Вот такие вот маркеры здесь. Сколько? 60, да? Да. 80. Все, одну ручку закончили. Мама, спасибо. Мне 3. Нет, это я забила. Вот тут болит. Ты уже не маленькая, Бонь. Ты выросла уже, тебе скоро годик. Ребят, доброе утро. Маргоша сегодня в школу не пошла. Ну, вернее, она пошла, но оказывается, что учительница заболела и не нужно было идти. А мне папа отправил сообщение в 7:15. То, что учительница заболела, я поздно увидела, Маргариту в школу отправила. Она потом возвращается через минут 15, говорит, а мне сегодня нет школы, учительница заболела. Вот, поэтому все в школе, Маргарита дома. Так, я здесь это влог монтирую. И сейчас смонтирую и отправлю на YouTube. Вышли поиграть в футбол, пока я буду здесь монтировать. На солнышке погреться. На солнышке тепло, в тенюшке прям холодно. Ой, у меня аж это, мурашки побежали. Давай, забивай. Вот зачем человечки эти стоят? Ага. Давай. Опаля, гол забил. Молодец. Решили сделать пирог. У нас манго пропадает что-то. Вот, будем делать с манго пирог. Побыстрее включай. Она должна до пенки. Да. Да, она, видишь, стала белая и увеличилась. Теперь готова. Пока не надо, потому что нужно сначала... А, ну да, что-то нужно сейчас намазать. Давай сейчас намажем бока. А то в прошлый раз забыла. Такое вот тесто получается. Оно вроде как не сильно густое и не сильно жидкое. Вот такое вот воздушное. Да. Просто выливай. Так, ну что, видео загрузила, пирог испекся, обед готовится, скоро придут девчонки, Каролина с Ксюшей, а тебя я опять буду подстригать, мне твоя челка уже раздражает, Макс, давай слазь отсюда, я буду это, тут сейчас горячо будет, давай слазь, слазь, говорю, давай. Пришли мои красавицы, пришли мои красавицы. Как делишки? О, уставшие. Уставшие. Как дела? Так, все нашла. Выбирает Ксюша цвета, какие она хочет. Мы тут нашли, оказывается, у нас есть такой розовый. Есть такой вот какой-то морковный, оранжевый. Вот. Хотя на бумажечке вообще цвет не совпадает, который внутри. Она хочет фиолетовый, у меня нет фиолетового. Ищи синий, где-то здесь синий должен быть. Вот. Нашла? Хотим смешать синий с розовым. Шушим. Не шушим. Мы сейчас наносим базу. А потом будем цвет, вот такой вот фиолетовый у нас получился. Где фокус? Вот, фиолетовый такой. Покажи. Такой фиолетовый получился. Мама! В общем, Ксюша хочет тут такие ногти. Не знаю, как получится на ее коротеньких. Смотрим. Да? Так. Наверное, толстая кисточка. Крестики-нолики. Вот крестики. Потом нужно теперь квадратики на вот этом нарисовать. Сейчас на другом сделаем тоже крестики. А зеленый где, тебе такой неоновый возьму? Все, одну ручку закончили. Только осторожно засовывай в эту.
А, мы еще не закончили, все должны черным нарисовать, да? Засовывай, хорошо. Все, закончили. Показывай. Вот. Давай. Я, смотри. В общем, вот так вот получилось. Огонечек сделала таким. Сначала черный, а потом оранжевый. Тут крестики. Там вообще-то было токсик написано, но у нее ногти такие короткие, то что не получится ничего написать. Такие квадратики, квадратики. А тот мне? Же самый огонечек. Мам. Все. Свободно. Так, давайте будем здесь убирать все. Все убирать. А я, с... Аниса, я... Маргарите в следующий раз уже первый сделаем. Мы наводим порядок в наших каналах. Да. Мы их поменяли, я взяла вот такой вот. А Ксюша взяла мой. А теперь... Зелененький. Желтый зеленый. Ну, неоновый желтый. Не знаю, какой это зеленый или голубой. А я точу карандашки. Я с Ксюшей тоже поменялись карандашами. И карандашами поменяли? Да, потому что у меня такой большой финал. Тони друг другу не дают ни одного карандашика, начинают ругаться, не трогай, это мое. А тут, смотри, поменялись прям пеналами и карандашами. Странные девочки. Смотри, вот, это зеленый. А вот это какой-то... Бирюзовый, да, какой-то он? Ну да, бирюз. Я беру тут, она и носит. Вот, как бирюзовый. Вот так он закрутил. Не знаю, желтенький или зелененький. Или вот эти. Или вот эти. Ага. Кстати, маркеры. Мне же все просили показать маркеры, которые я заказала. Маркеры же ко мне пришли. Вот такая вот коробочка у меня с маркерами. Покупала я их через интернет. Привезли их из Германии. Вот, я не знаю, что это за марка такая. Первый раз я вообще пользуюсь такой маркой. Обычно с Китая мы заказываем. Вот такие вот маркеры здесь. Сколько? 60, да? Да. 80? Нет, 60, по-моему. Тут написано 80. А, 80, да. 80 цветов. Вот такие вот они. Коробочка очень удобная. В общем, когда начну рисовать, потом вам покажу. Я еще пока не начала, хотя курс уже идет, но там сохраняются все домашние задания, все уроки, поэтому ну, рисуют вообще хорошо, видите? Разводов нет, ничего нет, полосок нет. Все замечательно, плавно. Вот так. Так что будем пробовать рисовать. Мортис и Мортис. Или как его называют? Мориц. Нет, Мориц. Мориц и Мориц. Я не знаю, что это за марка. Ну, в общем, с Германии я заказывала. Мне с Германии привезли. Потому что я, в принципе, могла бы купить Touch 5, но сами понимаете, да, как, сколько будет дней идти эта посылка. Я не знаю, дойдет она, не дойдет. В общем, я решила что-нибудь поближе купить. Все. Давно не ели картофельное пюре. Нет, без подлива. Я эти чики-наггетсы делаю. Да. У нас осталось. Нашла упаковочку. Вот они там жарятся. Ребята постоянно спрашивают, когда снимете видео, что в наших телефонах. Вот сегодня снимем и мне завтра нужно выйдет. Нужно посмотреть, то, что мне не нужно. Мне нужно их удалить. Давай. Те, которые ты вообще не используешь, не играешь уже давным-давно, ты сразу их удали и все. А чего на батуте больше не прыгаете, что ли? Может, его уже свернуть? Нет, так он не разрешает вечером уже после 8, после 9. Бонь. А что он там порвался, что ли? Почему? Один день ворота простояли, уже порвали. Вообще. Ну, не так сильно. В бой не попади. Дайте ей гол забить. Не забьет. Да, точно 30 лет. Бони нельзя. Раз. Аут. Смотри, она готовится, готовится. Паум. Мама, блин, Ксения достаточно не помешала. Не дает, не дает девчонкам поиграть. Смотри, она тоже хочет, смотри. Надо.
Гол! Что ты что-то делает? Теперь Ксюша будет забивать. Бонни! Бонни тоже хочет забить гол. Дайте ей забить гол, да, Бонни? Бонни! Бонни, Бонни, Бонни! На! Мама, так не чисто! А что, в лицо попало? Ей нельзя вот так! Ну, хорошо! Ты беги, ты пишешь? Мне вот так удобно, мне вот так удобно. Мне что, так нельзя? Нет. Надо нормально пинать, как положено. Я тебе вот так пинаю, что так долго наверх. Да, не надо наверх. Собака. Мама, мне так не удобно, мне так сильно. Я Денхаг трю. Да я все время жду, что вы, блин? Мало! 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 В лицо попаду тебе. И вот так. Так, я хочу нуно твой. Най! Хана высок шоссе. Я хочу нуно твой. Хана это мама. Тих. Мама, спасибо. Мне три. Нет, най, это я забила. Мама это сказала. Теперь у тебя только два попытки, потому что мама сделала. Знаешь, у меня уже три, у меня еще две попытки. Нет. Я делала за себя. Почти. Одна попытка. Я сейчас забью, значит, она должна выбрасывать мусор. Но. Да, нет. Потому что у нее три попытки. Нет, у нее три, у меня три. Если я сейчас забью, значит, у меня четыре станут. Вот эти, которые... Смотри, вот эти вот тоже проросли все-таки. Угу. Это ромашки, да? Или вот эти цветные большие будут? Да. А это? Бонни. Нельзя. Только четыре. Раз, два, три. Это совсем мало. Ты же тут еще что-то... Да, вот здесь еще сажу. Вот, вот они маленькие. Да, они идут уже. А там не идут. Что не совсем маленькие, тут нет. Бонка. У меня нет ничего металлического. А вот здесь нет магнитика. А такую мозаику продают? Где продают такую мозаику? Они очень дорогие. Да? Да. Это которую Маргарита хотела? Да. Угу. Красивая. В школе за 200, там на коробке написано. А, ну, смотря сколько штук. Ну, да. Вот 69 франков. Ну, это 70 франков. Вот эти. А у вас за сколько в школе? У нас за 200 с чем-то. Угу. Как она называется хоть? Пиксель. Пиксель. Ну вот, футбол поиграли называется. У тебя где болит? Коленка или там, где ты подворачивала? Коленка? Это та же нога, которая у тебя... Нет, другая? Ну, полежи, может быть, утром пройдет. Подвернула? Нет. А чего ты там? Я не хочу идти в школу. А может быть, ты просто в школу не хочешь идти? Нет, мама, ну... Ну ладно, шучу я. Что ты сразу? Скачи туда. Не опухло? Если не опухло, то просто... Нет, не опухло. Ну, значит, ничего серьезного. Вот так вот. Давай. Вот тут болит? Ой, больно. Ну, ничего. Пройдет утром. Будем надеяться, что пройдет. Собираться будем спать. Кого-нибудь еще там выигрывала? Да. Сколько у тебя теперь? А ты сколько я еще могу сделать? А сколько у тебя всего их? 17. 17? Пупс. Ты пупс? Ты смешная собака. Ты смешная. Ты ее не прогрызи так быстро. Дай сюда. Дай сюда. Дай. Дай. Дай соску. Дай. Дай. Ты уже не маленькая, Бонь. Ты выросла уже, тебе скоро годик. Ты уже большая девочка, нужно от соски-то отвыкать. Бонь. Дай. Дай. Дай, говорю. Дай. Не дает. Бонь, ты уже большая девочка, уже смотри, уже... Ты уже не лялечка, как раньше. Ну ты даешь.
Так смотрит на него. Так нет. Скажи, не трогай мою соску, да? Понял. И забирай. Английский, немецкий? Нет, просто нам нужно знать перевод. А на русский перевод потом знаешь? Да. С английского на немецкий, с немецкого на русский. Да. А потом с русского на испанский. А потом с испанского на французский. Ага. Давай. Спать. Грузимся в кровать. Все, спокойной ночи. Пока. Пока, ребят. Я пить хочу. Иди пей. Я уже пошла укладывать спать.